Я только выхожу, на что я плохое здоровье, и только их смотрю. И исключительно. Это невозможно, футболисты. Их имена пока не гремят на всю страну, но в своем дворе они звезды. Футболисты микрорайона Восточный буквально выросли на спортивной площадке рядом с домом. Раньше было такое себе поле с асфальтом, было неудобно играть, маленькие ворота. Сейчас все обновили, очень классно. На преображение старой площадки всего месяц подрядчик должен был уложиться в короткий срок и при этом не потерять в качестве. Удалось ли ему решить непростую задачу, проверил глава округа и хоккеист-любитель Андрей Иванов. Какое основание, что за покрытие? Вот уже у нас жители интересуются, спрашивают, не повредит ли лед это покрытие? Нет, это покрытие предусмотрено. К тому же подразумевает возможность его залива в зимнее время. Единственное, что надо подготовить его, хорошенько утрамбовать снег. После этого он подлежит заливу, использовать зимой время для катания на коньках. Как фигурного, массового, так и игры в хоккей. Теперь в микрорайоне Восточный будет не только футбольная команда. Условия созданы и для тренировок хоккеистов, баскетболистов и волейболистов. Несколько комплектов ворот, сетка – все в наличии. Установили и освещение, чтобы жизнь на спортивной площадке не ограничивалась световым днем. Тут и в волейбол можно играть, и в футбол, и в баскетбол. Хорошее покрытие, не травмоопасно, это тоже большой плюс. Потом большие ворота поставили, намного удобнее играть, забивать голы в такие ворота намного удобнее. Много очень плюсов. Радость от новой площадки местным спортсменам немного омрачила погода. Для хоккея лед тонковат, но и в футбол не поиграешь, скользко. Просят вмешаться Андрей Иванова. Посмотрим, что там с погодой на ближайшее время. Если снега не ожидается, тогда, наверное, посыпем солью аккуратненько, лед остудим. Если пойдет снег, то все-таки будем его утрамбовывать и готовиться уже к далеку. Кстати, установка многофункциональной площадки в Восточном – заслуга местных жителей. В конце мая они единогласно проголосовали за спортивные перемены на портале «Добродел». И вот спустя несколько месяцев уже могут приступать к тренировкам на новом объекте. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».